Добрый день, дорогие мои друзья, мои подписчики и гости канала «Огород с Мариной Гусаковой». Сегодня 15 октября. У нас еще холода не наступили. Днем до 23 градусов тепла поднимается температура. Ну, огурчики уже наши заканчиваются. Вот это сорт! Как я довольна этим сортом в этом году. Советую всем. Сорт Кураж отличный. Единственное, что для этого сорта нужно, это делать профилактику от ложной мучнистой росы. Но я делала, не помогло. Ну, однако плодоносили вот вплоть до сегодняшнего дня. Ну, вот он мой последний урожай. Уже, конечно, огурчики маленькие. Но зато свои, без химии. Вот такие осенние огурчики сейчас у нас. Завязи еще есть. Но, естественно, новые не завязываются. Маленькие, но вкусненькие, сладенькие, хорошие огурцы еще. Желаю всем всего самого доброго, счастья, здоровья, любви. Забегайте ко мне в гости всегда, очень рада пообщаться с вами. Пока!